Ну что, готов? Как там наши? Держатся пока без воды-то? Пока тебя не было, я тут немного разведал. Гёль говорит, в этих пещерах жила уйма народа. Считай, целый город. Но как в пещере гейзеры открылись, им пришлось уходить. Как ты понял, к источнику пойдем через черный вход. Давай вниз! Оп. Ну что, теперь только вперед. Давай повыше поднимемся, осмотреться. Пещера не убежит. Ну и шум! Уши закладывает! Что это там? А, шайтан! Фух, блин! Да, немного тут осталось. Я ведь когда отправлялись, надеялся узнать что-то, если не о родственниках, так хоть о народе моем. Теперь узнал. Это больно. Аккуратно, аккуратно. Ага. А вот и вход. Готовимся, Артём. Заряди фонарь, провери фильтры, ну и остальную снарягу. Такое предчувствие у меня нехорошее. Ладно, замнём для ясности. Ну что, давай подсажу тебя. Погоди. Маски! Да, война и вправду загнала нас в каменный век. Вплоть до наскальных росписей. Долго они тут держались. Эх, нам бы пораньше сюда добраться. Ого, вал! Повезло нам. Пройти все же можно. Сколько же тут народу жило? Кругом постройки какие-то. Попробуем войти. Горячо!
гады! О, кажется, все. Ну, погнали дальше. Почти выбрались. Давай за мной! Вот проход к источнику. Полезли! И тут привалило. У меня фильтр уже подыхает. Смотри, свет! Вроде сюда. Так, воздух вроде чистый. Снимай маски. Ну что, дальше только ползком. Йоль говорит, нефтяники местными вертят, как хотят. Так что, давай попробуем сработать тихо, без невинных жертв. Они ведь тут как рабы. Смотри, вода! Вон, видишь, машина? Я наверх и возле нее спрячусь. Ворота, похоже, из вон той башни управляются. Когда откроешь, я по газам и на выход, а ты прыгай на цистерну. Удачи. И постарайся, чтобы никто, кроме нефтяников, не пострадал. А, это чё не то вообще? Ты слышал? На стрельбу похоже. Да какая она стрельба? Кто туда полезет? А если не говорят, что? Мы сидим ему давно. Слышишь, Никитич? Вот и расслабься. Тут точно при... Эй, ты, падаль, блядь, шевелись на! Пчёл, блядь! Эй, якорь, или в курсах нас тут будут менять вообще, или чё? Ты чё, мне съехал в натуре? Какое менять? Вся братва чисто в поход ушла. На вышке одни авторитеты да пара быков. Да,
башка отвернет, а я уже сытый был. Всем кем сытым? Кто ты? Что здесь делал, бетонист? Ты наш ты, Максимилис? Мен кайда барыб билимит. Спасибо, бетонист. Ну, как же, че? Похоже на фашистские лагеря в Москве, правда? Вот подонки. Пацаны там за них ничего не звонили. Нет, Саул с очкариком наточили, за ними долго топили. Ну что-то не слышно от них ничего. Ну там чисто буря была. Че, может, гастролеры эти чисто конкретные мелоки завалили пацаны? Да с хера ли че они там, спецназ в натуре? Стопудово бычье обычное, чисто к успеху шли. Ну а если реально крутые наши хвальнули и полюбас как вздец на, вода тут только у нас. Без воды за На складе кто-то! Какое-то движение! Подозрительно. Очень подозрительно. Чисто сработали. Видел бы ты их рожи, когда я машину завел. Ну, хоть от нас рабы не пострадали. Ну что, погони вроде нет. Осталось до Авроры доехать. Что, вымотался, Артем? Ясное дело. Ну, отдохни тогда, братишка. Бою! Рассредоточиться! Сэм, Анна, налево! Разгружаемся! Быстрее! Крест, туда! Заходи! Можно заходи! Атакуют вдоль дороги плотно! Надо зайти с фланга, пока они не развернулись! Машина на прорыв идет! Гранатами работайте!
Клетка! Прикрой! Прикрываю! Тропа! Наша хмара! Только бот! Перезарядиться надо! Делали, а? Да, недурно. Только армия их сейчас в набеге, а это так. Маленький привет от барона за воду. Сколько же их всего тогда? 700, думаю. Ого. Да, ну, значит, повезло нам по-крупному, и пора отсюда убираться. На Саксауле километров на 5 уберемся, не дальше. У нефтяной собака топлива много. Целая цистерна крыть, увезти можем. Охрана сейчас много небел, думаю. Сможешь провести наших? Смогу. Тогда за дело. Ермак, Крест, готовьте Аврору. Заканчивайте заправку котла водой и сливайте топливо из машин. Артем, Дамир, на вас самое сложное — угнать цистерну. Есть! Удачи вам, ребята! Аня, идиот, ТТшник, ребята, сворачиваем лагерь. Не забудь проверить снаряжение и подготовиться перед тем, как отправляться. Может, все же попробовать договориться? Артём, мы тут осмотрелись. Главные ворота охраняет небольшой отряд. За ворота еще через Зиндан. Подземелье, можно идти. Там Мунай Байлер рабы держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Не отставал. Просьба вам. Если получится, не убивай местный. Он люди неплохой. Мунай Байлер только слушался. Барон слушался. Боялся и слушался. Гюль насчет местных правильно говорит. Вот, нам сюда. Молокососы сплошные. И мозги им с детства, похоже, промыли. Так что, пожалуй, стоит их пожалеть. Решетка, значит? Ну что ж, попробуем.
Значит так, я приподниму, а ты пролезай. О, отлично. До встречи наверху. Идем далее. Меньше крови, Артём. Пожалуйста. Ешкин жёг меня. Никто не ходил. Дураки жёг. Мы стоял. Каждый день стоял. Пользой жёг меня. Лучше охоту ходил. Дураку да кожаксы рабство брал. Дуры с этой заисмыля. Правильно сказал, совсем нафиг. Жумысна! Работать, а то за собака выпинаю! Люди, ладно. Собак не жалко. Делать не знает что. Собака мучает, смеяться. Собака маленький, щенок совсем. Уже нет, уже родились. Собака! Замолчал совсем на молчать! Чего не давал! Молчал! Молча, я сказал! Шапка из тебя Свой бикинис, крепость, Жиганда, скоро! Много бабы, очень много! Смотри, цистерна залита под горлышко. Хорошая новость. Но есть и плохая. Ворота закрыты, и забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это Дамир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Как туда попасть? Прямо крепость неприступная. Молодые люди!
люди! Вы серьезно задумали атаковать нашу крепость? Я, конечно, уважаю храбрость, но умирать просто так все же не стоит. Кто у вас главный? Поднимайся ко мне, нам есть что обсудить. Ты смотри, как заговорил, гад. На все 180 развернулся. А ведь мы ему насолили как. Прячь волыну и поднимайся ко мне, иначе прольется море крови, и совершенно зря. Открыть ворота и впустить гостя! Смотри, смотри, идет! Поднимайся! Тебя никто не тронет! Если сам, конечно, не нарвешься. Мне нравится мне это. Если не уедем, все в этой пустыне ляжем рано или поздно. Чё мычишь на? Еще мне раз про эту шалаву дырь, какая балда, хоть слово! Сюда давай, мать! Ты качал на того обойди, сразу к чистым двигай наверх! Не, ну костыль, ну с хера так долго ты? Тебе починить, расплюнуть нельзя! Барон, наверное, на самом деле. О! Ты из этих гастролеров на поезде! Слушный раб, тогда хозяин сделает. Это вы удачно заехали! Тут и так-то чужих не любят, а вы еще и Сухеру навели. Ха-ха. В общем, скажу так, осторожней на буханке своей катайся. Она-то не подведет. Своими руками ее для очкарика собирал. Не, ну ты чисто зацени, чего винт наточил у бугра мастырит, мля. Не машина, а огонь, мля. Туга, сука, нам на нее только смотреть на. Ты че, бля, ослеп? Ты чисто того, обойди на. Видишь, обезьяны тут напрягаются. А вы, суки, давай. Не, ну ты, мля, а давай, ты, тяни, мля. Тартенесна, фиг ли тебя вчера кормили нам. Вали, козла, пока не подпалил тут все на. Сгорел лошара на работе, на. Там у нас лохматые горбатятся, на. Чё, мля, может, к ним хочешь? Могу, мля, устроить. Вода, кормёжка, полный сушкалат. Хлебало завалил, мля, учить тебя буду. Мирза, пощади, не надо учить. Заткнись, на. Я чё... Что за... Не убивай, хозяин, Мирза! Только не убивай! Хозяин злой, но он хозяин! Если он умирал, меня убивать будут! Мирза меня спас! Хозяин проснется, забудет, что было! Спасибо, Мирза! Век, Мирза, помнить буду! Спасибо тебе, великий Мирза! Пусть священное пламя тебя защитил! Не, ну чё ты там копаешься? Давай уже сюда иди. Ничего не заходит. Хозяйскую воду крысила, суга. Надо, мля, спросить. Прости, улымы, рза. Менки. Ты собака! А ну заткнулась! Хуже собаки! Вода! Ёмахи! Там наверху кто-то есть. Это там. Убейте! Ах ты сволочь! Всем внимание! Он прячется где-то здесь! Он нас всех убивать пришел. Убивать и есть. Очень злой, страшный враг. Что я делал теперь? Внимание, лейте! Мели ноги, Келмейди! Спасибо. Смотрите, он внизу! Ай-яй-яй!
еще умираю. Спаси, священный пламя. Что за черт? Не ожидал меня увидеть. Что? Как она здесь оказалась? Закрыл! С той стороны, трус! Как говорить с таким? Ну, выгляни... За дурака меня держите! Не захотели обмена? Ну, значит, подохните все! И ты, Тюль, первая! Убить их! Артём, приготовился! Нужно прикончить этот собак! Ты прячешься, подонок! Вот тебе щёлки, червяк! Вот он, сука, на! Вижу его! Вот он, сука! Пошли! Гюль, не слабай из этих слабых! Но мир живет по совсем другим правилам! Всегда побеждает сильнейший! Они видят символ. Вокруг тебя им мерещится этакая аура запретности бунтарства. Аура никому не нужных проблем. Но твоя смерть сможет ее развеять. Ну, получай! Артём, я пойду туда, пока собака не убежал совсем. Его поймать и дверь тебе открыть. Держись! Куда собрался, трепач? Вот ты где! Вон он! Лавина! На, сука! Получи! Братва! Маслята, ёб! Противник наверху! Не сдерживался. Не уйдешь, собака. О, ничего себе! Вот значит, о каком плане Гюль говорила. Какого черта у вас там происходит? Уходите оттуда! Я пошлю ребят прикрыть отход. Только высунься, гад. На секунду только. Дверь поддается. Артём, давай поднажмем! И вот с этими вот ты хотела создать новый мир? Не выйдет! Здесь ваш... Держу! Займись бароном! Всегда выживает сильнейший! Артём, убери голову.
Вы дал мой народ надежда. Я это никогда не забуду. Но война для меня только начался, а теперь надо закончить дело. Давайте лучше, тогда всем легче будет. Все равно же долго прятаться не выйдет. Уходим, Артем. Спасибо, что помог моему народу. Я у тебя в долгу. Жив, зайчонок. Я так волновалась.